тоже развертка куба. Вам в тетради очень легко это рисовать по клеточкам. Задача доказать, что на доске нарисована развертка куба. Да, пожалуйста. Нет. Думайте. Да. Правильно. Каждая грань куба будет по площади равна двум клеткам. Это абсолютно правильно вы говорите. Только мне нужно не просто слова, а нужно, чтобы вы действительно нарисовали бы все это. Поняли бы, как сделать себе кубик. Хорошо. Придумайте. Вообще вот на сайте etudis.ru есть совершенно потрясающий пример развертки. Очень советую посмотреть. Там даже некоторые сюжеты называются «И это тоже развертка» с вопросительным восклицательным знаком. 12 квадратиков. Если разделить на 6, конечно, получается по 2. Каждая грань из скобы куба – это две клеточки. Это две клеточки. Только нужно сообразить, как. Нет. Не нужны это просто слова, ребята. Надо понять, где нижняя грань. Из чего именно она будет состоять. Нужно понять, где левая, где правая, где боковая. То есть, просто представить себе, как куб реально сделан. Понятно. То есть вы думаете, что он будет заклеен в два слоя? Да. Ну, на самом деле, даже если он был заклеен в два слоя, соединялись бы, конечно, не эти. Куб обклеен в один слой. Отлично. Сверху 4. Это означает, что ребро куба удвоилось. А если ребро куба удвоилось, это значит, что площадь поверхности стала в 4 раза больше. Когда размеры линейные увеличиваются в 2 раза, то площадь увеличивается в 4. Потребуется не 12 квадратиков, а 6 умножить на 4 – 24. Значит, идея просто удвоить ребро куба не годится. Как хитрее надо? Надо увеличить, но при этом не удваивать. Проще всего сейчас сделать бумажную модель, только, пожалуйста, потом весь мусор с собой заберите, и пытаться из него согнуть. Из того, что получится кусочек бумаги. Подсказка. Представьте себе, что у вас имеется обычная клетчатая бумага. У вас ничего рисовать не надо, потому что у вас так бумага клетчатая. А на доске я нарисую. Вот клетчатая бумага. Скажите, пожалуйста, можете ли вы нарисовать квадратик, вершины которого в узлах клетчатой бумаги, но площадь его в 2 раза больше, чем площадь одной клетки? Квадрат с удвоенной площадью. Обратите, пожалуйста, внимание, вот это предлагать нельзя, потому что эта площадь не удвоенная, а учетверенная. Мне нужна удвоенная. Если вы это не знаете, то никаких шансов решить задачу у вас нет. Видно, что не знаете. Тогда думайте. Надо удвоить площадь. Нам нужен квадратик, но площадь его должна быть не в 4, а в 2 раза больше площади единичного квадратика. Пока мы такую задачу про клетчатую бумагу не решим, у нас нет шансов решить ту при развертке. Да? Можешь?
Надо выйти к доске и нарисовать. Надо научиться удваивать площадь. Квадратный.